Добро пожаловать на Hard Reset Info, это LG V60 SyncQ, и сейчас я покажу, что делать, если вдруг вы забыли пароль блокировки. Внимание, все данные с телефона сотрутся. Итак, вначале вам нужно нажать и удерживать кнопку питания и уменьшение громкости. Уже нажимаем и долго держим. Как только появится логотип LG, мы отпускаем кнопку питания и нажимаем ее еще раз. Затем отпускаем обе кнопки. Отлично, мы с вами вошли в режим Recovery. Теперь мы нажимаем на кнопку, мы должны выбрать Yes. Но как мы это делаем? Нажимаем на кнопку уменьшения громкости и нажимаем на кнопку питания. Затем опять-таки нажимаем на кнопку уменьшения громкости и нажимаем на кнопку питания. Все, теперь осталось только подождать, пока телефон перезагрузится. Это займет некоторое время. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!